Всем привет, это Даня, и это мои вторые видеоответы на ваши вопросы. И сегодня у меня в гостях... Данил Кондратьев! Первый вопрос. Тебе нравятся BMX? Ты катался на них? Да, мне нравятся BMX, и я катался, но сейчас я не катаюсь. Ну да. Ну, я не катался на BMX, я не предпочитаю такой вид спорта. Ну, не судите строго. Следующий вопрос. Ты можешь снять какой-нибудь клип? А я сейчас что делаю? Какую музыку ты слушаешь? Я слушаю совершенно разную музыку, я отвечал уже на этот вопрос. Смотрите, в первых видео ответ. Ну, я как бы меломан. Мне все нравится. Кто твой кумир и кто тебя вдохновил снимать видео? Меня никто не вдохновлял... Все, 3, 2, 1, замолчать. Меня никто не вдохновлял снимать видео. Я сам уже придумал, потому что я уже отвечал на этот вопрос. А кумир мой Роберт Дауни-младший. Ну, я как бы... Мой кумир тоже Роберт Дауни-младший. Мой кумир тоже сантист. Ну, мой кумир тоже Роберт Дауни-младший. И вдохновлял, и подал в деревню Даня. Что ты любишь кушать? Я люблю кушать тортики, я люблю кушать сладкое, я люблю фрукты, некоторые овощи, огурцы. И я обожаю куриный суп и роллы. Вот такая штука. Я люблю собой. Больше мне нифига не нравится. Ну и так, гамма. Ну и все. Да, кстати, у тебя Стефани просто чудо. Чё? Вот. Может ли быть дружба между парнем и девушкой? Да. Конечно. Сколько у тебя родных братьев и сестер? У меня одна родная сестра. Ее зовут Юля. У меня один родной брат, его зовут Саша. Номер школы? 49. 12. Долго обрабатываешь видео? Я обрабатываю видео примерно... Если обрабатываю по максимуму, как могу, прямо как вот, чтобы было очень классно, но уходит примерно где-то 3 часа. А если еще и на съемку, уходит... Ну, там еще всякие неудачные моменты, все такое. Ну, 5 часов максимум. Ну, все на нем, я только подсказываю идеи. Ты любишь нас? Конечно, вас люблю. Паника сейчас сделаю. Ты считаешь себя няшей? Да, считаю, у меня такие классные щечки. Конечно, детка. Как ты относишься к девушкам, которые курят и куришь ли ты? Я не курю, отношусь негативно. Вот что я с ними делаю. Как ты любишь проводить свободное время в каникулы? Хотела ли ты изменить кардинальную свою внешность? Я люблю гулять, я люблю снимать видео, я люблю иногда играть в какие-нибудь компьютерные видеоигры. А изменить свою внешность я бы не хотел, так как я не хочу быть умным. Ну, как раз вот по теме задали вопрос, у нас начались каникулы, ну я не знаю. Я люблю проводить время с друзьями, ходить в кино и все такое. Менять внешность я не хочу. Какая у тебя цель в жизни? Цель в жизни определенной нету. Ну, чтобы все были счастливы. Добиться мира в мире. Какая твоя слабость? Даже не знаю. Она есть, конечно, но я не замечала. Ну, я иногда слишком преувеличиваю шутками и все такое. Боишься паучков? В детстве боялся, сейчас если не сплю. А, паук! Вопросы, которые вы задавали нам. На этой странице спрашиваю. На Твиттере пока вопросов не было. И в комментариях тоже вопросов не было. Наверное, потому что не все есть в Твиттере. И на Ютубе тоже не все есть. А спрашиваю, там можно без регистрации. Мы говорим спасибо за просмотр. Подписывайтесь на его канал. Ставьте палец вверх. Всем пока!